быть он нес тебе последний звонец. Много-много лет назад, когда деревья были большие, школьные тропинки длинные, а школьные лестницы крутые и высокие, мамы и папы привели в школу 17 мальчиков и девочек. И каким-то чудом все они оказались в одном классе. Я эту сказку знаю, я сама живу в этой сказке. Но для нас сегодня эта сказка заканчивается, и мы уходим в большой взрослый мир. И в детство уже не вернетесь? Нет, не вернемся. Никогда-никогда? Никогда-никогда. Тогда прощайте. Счастливого вам пути! В 12 лет длилась наша школьная сказка. Сейчас осталось перевернуть последнюю страничку и сказать доброе слово тем, кто вел нас по этой прекрасной стране знаний. Валентина Михайловна, извините меня, что я не знаю всю таблицу Менделеева, зато я знаю, что химия везде. Алла Викторовна, спасибо за то, что вы все-таки к нам вернулись. И как жаль, что нам опять приходится прощаться. Спасибо, что научили нас по жизни быть консультантами третьего порядка. Госпожа Иордонова, благодарим ведь, с вашей за помощь не знаем за животом и всяких болгарских писателей. Галина Ивановна, спасибо за все знания, которые вы нам дали, а дальше уже и сам Чуас. И на баке обещаем, что будем чувствовать себя серендипитивно. Вадим Николаевич, спасибо, что научили нас отличать право от лева и прыгать через козла. И спасибо вам за наших странных девочек. Господин Кириллов, спасибо большое, что всегда были рядом и всегда верили в нас. Спасибо вам большое за то, что научили нас везде находить смысл. И даже там... его наверняка и нет. Вот, например, отрывок из произведения Твардовского «По праву памяти». Людьми из тех людей, что людям, не пряча глаз, глядят в глаза. Для тех, кто в танке, повторяю, что Алена Степановна не только хороший математик, но и отличный информатик. Алена Степановна, спасибо, что научили гуманитарный класс делить в столбик. Людмила Закимовна, спасибо, что научили нас концентрироваться на самых важных вещах. Лидия Ивановна, спасибо вам за наши душевные разговоры и за то, что я теперь точно знаю, как удивить парня разговорами о циклонах и антициклонах. Евгений Федорович, спасибо, что научили нас отличать системный блок от процессора. Спасибо, что убедили, что без информатики на хорошую работу не устроиться. Ребята! Я? Так часто бывает, что я последний. Хочу сказать стихотворение на болгарском, посвящается он учителям. Учителю, хитоните на Бога, дай Божий, да сижи в следстоте. Да будет день вы в кой-то пакште мога, пред школската врата да сын дете. Благодаря учителю чем мога, за миг край теб, да бы да пак дете, детенце на коляното на Бога. Душатами все учи до чите. Спасибо.
Спиридонович, мы с вами знакомы уже давно. И в школе бывало уж столько всего. Спасибо хотим мы сказать вам в стихах, чтоб в душе вам стало светло и тепло. Вы самый замечательный директор, так много школе отдали своей. Спасибо за терпение ваше и просто за сердечность и за теплоту. Спасибо большое за вашу заботу, за вашу душевность и тонкий подход, за долгую с нами работу. Спасибо за каждый прожитый здесь год. Желаю вам светлых мгновений и хорошего вам настроения. Вспоминайте почаще о нас. Дорогая Екатерина Степановна, мы хотим вас поздравить с окончанием учебного года. Спасибо вам за наши душевные разговоры, за семейную атмосферу, ради которой мы заходили к вам с класса перемен. И вот вы поддерживали нас, когда мы были лучшие, и даже... Вы поддерживали нас, когда мы были не лучшими. Мы такими не были. Вы часто забывали про своих близких, потому что треть своего времени вы проводили в школе. От нас очень много шума, но без нас-то скучно. Хочется сказать много хорошего, но мы часто забываем слова в самый ответственный момент. И сегодня мы решили сделать для вас самое малое, чтобы отблагодарить от всей души. Thank you.
Что, все? Слова нужны.